Здравствуйте, мои дорогие. Взяла я штуку такую. Развела цемент с песочком. Птички поют. Сейчас буду делать гнездо. Выдирала траву лишнюю. Сейчас я ее всю замочу там в цементе. Хватит мне, не хватит. Жидковато я развела, конечно, прям жидковато, надо было погуще. Ну ладно, я промажу еще ее. Дырки получаются, так что сейчас буду еще разводить. Раз. Закрываем. Сейчас я это делаю сверху цементиком, промажу еще. Ну и все, теперь будем промазывать цементом, мазать и мазать и мазать. Посмотрим, что из этого получится, я сама не знаю, что получится из этого.
что, пусть сохнет. Завтра посмотрим. Так, высохло наше гнездо. Ну, тут еще не сильно высохло. Так высохло сейчас. Вот такая штука получилась. Сейчас мы еще промажем ее внутри. Ну чего, чем не кашпо, собственно говоря. Ну вот и готово мое гнездо. А раз гнездо, должна быть птичка. А раз птичка, должно быть яичко. Так что... Так что можно из любого мусора сделать кашпо.